Никаких маски-шоу. Наталья Поклонская опровергла информацию, заявленную ранее в ряде украинских СМИ о том, что 1 февраля сотрудники ее ведомства проводили незаконный обыск в офисе фирмы SimCityTrans. Появление правоохранителей на предприятии, принадлежащем экс-крымчанину Ленуру Ислямову, прокурор объяснила необходимостью официального вручения предписаний по устранению нарушений. Они были выявлены предыдущими проверками надзорного ведомства. Недостатки в сфере безопасности пассажирских перевозок так и не были устранены, а администрация SimCityTrans отказалась идти на контакт с правоохранителями. Никаких следственных действий там не было, поскольку они вели себя агрессивно, постоянно убегают, постоянно прячутся. Невозможно им вручить эту бумагу, поэтому и прибыли сотрудники для того, чтобы вручить бумагу, получить подпись, либо отказ от подписи, в присутствии понятых. Наталья Поклонская подчеркнула, что в процессе предъявления предписаний сотрудниками прокуратуры и Ространснадзора были соблюдены все законные процедуры.